ты дышать боишься, чтоб не сбить. Эй, родненький, где ты? Вот ты наш маленький. Так, и чему я радовался? Я радовался тому, что из-за Юпитера появился уже спутник. Ближайший к нему сейчас это Европа. Впереди планеты все, дальше идет спутник Ио. А вверху вертикально. Слушай, как классно. Это Каллисто и Ганимед. Ганимед вверху, Каллисто внизу. Ужас какой, 3200 ИСО. Сияет как солнце. Ну, давай, сейчас я выдержку уменьшу, это все будет темнеть. Спутники исчезать. Ну, может, мы полосу увидим. Экваториальные. Опять мы тебя, ух ты, 1 к 2000 сейчас ИСО, это весьма удержка, ну это при таком ИСО, конечно. Нет, полосы будем снимать отдельно. Не вижу я даже в окуляр полос, вернее, вижу. И они тоже расположены вертикально, ну, не вертикально, по 45 градусов. Вниз по ходу идут. Но вам этого точно будет не видно. Давай включим свет. 1 к 160 ИСО. Ой, не ИСО, а выдержка. Ой, тут рядышком, ребятки, песни поют, не знаю, будет ли это слышно на видео, но это прекрасно. Я стою в полях за Харьковом. Ну, не за Харьковом, перед окружной. Вот вы мои лапочки, ты посмотри. Итак, Юпитер, 601 миллион километров до него. Это очень-очень близко. Сейчас будем его снимать. Надеюсь, полосы будут очень классно видно. При других настройках светочувствительности. Хорошо, это дубль первый на 14 августа. года. Может, даже есть смысл потом поснимать при ИСО 6400. Медведица и прочее.